Репетиция перед евангелизацией в этом доме, бывшем отеле в даунтауне города Спокейн. Это штат Вашингтон. Мой друг пастор Володя. Церковь Пилигрим, где главный старший пастор Александр Каприян. Вот это команда церкви. Сейчас подойдут наши братья-американцы. Молодежь церкви. Подходят наши братья. Поменяй мое сердце, Господь, чтобы я был как Ты. Получается, повторяем и в конце заканчиваем куплетом. Хорошо, еще какой-то есть? Count all the blessings. Окей. Пересчитывали, считай, благословение, песня. Помните эту песню, братья и сестры, на русском языке? Это английская песня. Милости Господни все эти помни, как Он это репетиция перед евангелизацией, которая начнется скоро.
Церковь и называется Пилигрим, потому что мы все пилигримы, и потому что мигранты в этой стране, в основном вся эта молодежь родилась здесь, но они говорят на русском языке, а потому что мы действительно пилигримы, ибо земля не наш последний дом, наше вечное жительство на небесах, откуда мы и ожидаем нашего Господа Искупителя Иисуса Христа, и мы странники и пришельцы. Часть, когда мы кормим, Господь кормит. Всегда, когда мы соприкасаемся, вот даже кусочек хлеба, это также Божье свидетельство о Его великой любви к нам. Даже вот такой собачке, о которой Господь тоже не забыл и не забывает. Тем более нас, человеков, созданных по образу и подобию Божьему. Счастлив я, что Он всегда со мной.
Живу я и об этом не жалею. Как счастлив я, что со мной любовь. Как счастлив я. Счастлив я, что он со мной.